Привет, друзья! Есть такое негласное золотое правило самомотивации. В любом деле, которое вы задумали и хотите развиваться в данном направлении, главное выстроить ориентиры. То есть цели, к которым вы будете стремиться, попытайтесь достичь такого же уровня и в конце концов стать лучше. Фокус заключается в том, чтобы выбрать себе примеры для подражания и стараться ставить лучше их. В идеале цели должны казаться на первый взгляд недостижимыми, тогда механизм их достижения включается с турбосилой. Объекты из выбранных вами целей могут даже не знать о вашем существовании, но это не имеет никакого значения. Главное — поверить в себя, в свои силы и двигаться вперед. Сегодня я приведу вам наглядный пример постановки таких целей. Как вы знаете, мой канал посвящен двум основным темам, которые и заложены в его названии – отдых и пиво, rest and beer. Казалось бы, совершенно разные целевые аудитории, но нет. На мой взгляд, пиво – это напиток, создающий положительное настроение и такие же эмоции, располагающий к общению и отдыху. Следовательно, люди, которые предпочитают этот напиток в основной своей массе, положительные, общительные и любящие хорошо отдохнуть. А хороший отдых у меня всегда ассоциируется с морем, пляжем, хорошим сервисом и, безусловно, отелем, где все это будет предоставлено. Не все любители отдыха предпочитают пиво, но подавляющее большинство любителей пива предпочитает хороший отдых. Так что категории точно смежные, и целью моего канала является их объединение. Ну а для того, чтобы чего-то достичь в любом направлении, первое, что нужно сделать, это проанализировать нишу. Хотя существует мнение, что переполненных ниш не существует, ибо всегда можно придумать что-то новое в любой выбранной вами сфере. Так вот, я задался целью проанализировать качественную заполненность ниши с русскоязычными обзорами отелей на просторах YouTube. Но для начала нужно было установить критерии отбора, и они у меня выстроились в следующем порядке. Их будет 4. Итак, первый критерий – целевая направленность канала должна быть посвящена обзорам отелей, их инфраструктуры и сервиса. Тут поясню, я не брал во внимание каналы с путешествиями, то есть классические travel-блоги, где люди больше рассказывают о посещенных странах, исторических местах и других туристических объектах. Основным контентом канала должны быть именно обзоры отелей. Второй критерий – это должны быть персонифицированные каналы, то есть ведущие блоги от первого лица, а не нанятые ведущие от каких-либо туристических провайдеров, агентств и тому подобных бизнес-корпораций. Я, конечно, понимаю, что, как правило, такие блоги впоследствии перерастают в смежный бизнес, и это нормально, будь то рекламные коллаборации или собственные направления. В общем, привязка не своему бизнесу исключала претендентов. Третий критерий. Информация, которую доносят канал, должна быть полезной с практической точки зрения для потенциальных туристов. То есть это должен быть не просто влог о жизни и путешествиях того или иного человека, а в большей степени целенаправленная информация о инфраструктуре отелей. Другими словами, это практическая полезность. И, наконец, четвертый критерий. Видео с этих каналов должно выпадать в поиске YouTube на заданный вопрос с ключевой фразой «обзоры отелей», а количество подписчиков должно быть большим, чем на моем канале. Таким образом, я отсекал всех тех, кому еще есть к чему стремиться. Напомню, количество подписчиков на моем канале на сегодня 3495 человек, и это своеобразная нижняя планка. Ну и в дополнение хочу отметить, что это вовсе не значит, что все каналы, попавшие в рейтинг, мне нравятся, и даже не на каждый из них я подписан. Но все они соответствуют указанным критериям, а свое субъективное мнение о каждом из них я изложу ниже. Таким образом, в итоге я получил топ-10 каналов с обзорами отелей, на которые можно равняться, у которых можно учиться, стремиться превзойти их уровень и совершенствоваться, чтобы стать лучшим. Итак, поехали. Первым в рейтинге оказался канал Валентины и Максима Анисимовых под названием Travel24. Ссылочка на данный канал, как и на все последующие, попавшие в рейтинг, будет в описании под этим видео. Сами ребята родом из Беларуси, но с 2017 года живут в Хургаде. Увлечение переросло в образ жизни и изменило серую обыденность на полную ярких красок жизнь в путешествиях из одного отеля в другой. А на первых порах для достижения своей цели ребята из кожи вон лезли, даже однажды пробравшись на телевидение. Но цель достигнута. Контент качественный, профессионально снимается и смотрится очень интересно. Я сам частенько залипаю на их обзорах. Респект и уважуха, как говорится. Особенностью данного канала является то, что они безбожно эксплуатируют уточку Моню, привлекая ее к измерению температуры воды везде, где она присутствует. А еще ребята задали своеобразный тренд, бронируя отели на одну ночь и меняя их
ежедневно. В итоге их канал постоянно пополняется обзорами новых отелей Египта, причем каждая серия посвящена новому отелю. Это отлично для донесения потенциальным путешественникам общей картинки о отеле на этапе его выбора. Но особенных подробностей вы, конечно же, здесь не узнаете, так как пребывание в отеле ограничено одними сутками. При этом видеосюжеты довольно продолжительные, так что усаживайтесь поудобнее и готовьтесь к почти часовым видеороликам. Конечно, для Валентины с Максимом такой формат получается гораздо дешевле, чем конкурентам. Ведь, как я уже сказал, живут ребята в Египте. Дата регистрации канала Travel24 7 февраля 2013 года. А дальше статистика на сегодня. На сегодня это значит на 7 февраля 2020 года, именно тогда, когда я сделал эту аналитику. Я понимаю, что каждый день данные меняются, статистика меняется. В основном ребята растут, у них увеличиваются и просмотры, и количество подписчиков, но я зафиксировал 7 февраля 2020 года, и сегодня все мои данные, которые я вам предоставляю, будут отталкиваться именно от этой даты. Итак, на 7 февраля 2020 года на канале Travel24 124 тысячи подписчиков и 19 миллионов 71 762 просмотра. Второе место занял Алексей Крылов. Это украинский актер театра и кино, режиссер, родом из Алушты, автономная республика Крым. Вы вполне могли видеть его в сериалах, художественных фильмах и видеоклипах. Внешность у него привлекательная и запоминающаяся. Так вот, с 2015 года он ведет travel-блог, вполне удовлетворяющий заявленным мной критериям. А просмотров на нем почти на 5,5 миллионов больше, чем у лидера рейтинга канала Travel24. Но подписчиков тысяч этак на 10 меньше, и поэтому он на втором месте, хотя на пятки Анисимовым наступает. Часто в своих путешествиях Алексея сопровождает супруга Диана, и я порой восхищаюсь ее железным спокойствием. Есть еще брат Алексея, который с недавних пор тоже имеет собственный канал, зарегистрированный даже на полгода ранее, но получивший активность только после недавней совместной поездки с Алексеем в самостоятельный тур по отелям Египта по аналогии с Travel24 по принципу «каждый день новый отель» и прорекламированный большим братом на его канале. И более 9 тысяч подписчиков с легкостью могли бы забронировать ему место в данном рейтинге, но канал не прошел по третьему критерию, ведь в основной своей массе видеосюжеты на нем в виде блога в понимании «снимаю, что вижу» о себе любимом. Но брату за просмотры и подписчиков спасибо сказать, конечно, нужно. Получается такой себе семейный подряд. Вернемся к каналу Алексея. Особенностью его канала являются лайфхаки, как отдохнуть бюджетно. И это в связке с актерским мастерством и смазливым личиком, конечно, привлекает целевую аудиторию. Молодец, так держать. Заслуженно. Дата регистрации канала Алексей Крылов 16 марта 2015 года. Ну а статистика на сегодня говорит нам о том, что на его канале 114 тысяч подписчиков и 24 560 тысяч 609 просмотров. Третье место в рейтинге занимает канал с уже гораздо меньшим количеством подписчиков. Их чуть больше 23 тысяч. Как мы видим, лидеры ушли довольно далеко, и нагнать их будет не так просто. Итак, третье место у канала Вячеслава Зобова из Николаева с одноименным названием. Особенностью канала, а вернее его девизом, является, как говорит сам Вячеслав, умение отдыхать. Отели могут быть разными, хорошими, средними, плохими, но если есть хорошая компания и правильное настроение, отдых всегда удастся. И я с этим полностью согласен. Причем информация на канале доносится позитивно, просто и понятно. Дата регистрации канала Вячеслав Зобов 4 января 2014 года. А статистика на сегодня такая. 23 300 подписчиков и 10 094 183 просмотра. А мы переходим к следующему месту в рейтинге, а именно четвертому. И это канал... Это канал Quest Voyage Travel TV. Канал очень молодой, но очень быстро растущий. Хотя первые видео на нем появились только в 2018 году. И снова Украина. Пара из Харькова, Андрей Шевченко и Наталья Борисова, посвятили свой канал исключительно обзорам отелей Египта. Они последовали примеру все того же Travel24 и тоже соблазнились не дешевым, но выгодным с точки зрения развития трендом. Каждый день новый отель. И у них неплохо получается. А аудитория канала уже перевалило за отметку в 16 тысяч. Конечно, хотелось бы видеть какие-то уникальные особенности, но ребята, недолго думая, взяли, как мне кажется, псевдофраншизу у того же Travel24, практически во всем его копируя. Хотя нет, здесь больше живого, необработанного видео. И к особенности канала можно отнести
таргетирования на еде. Здесь вам все подробно не только расскажут, а еще и покажут крупным планом прямо у себя в тарелке. В общем, потенциал у канала есть, посмотрим, не сдуются ли они на этом мультивояже. Дата регистрации канала Quest Voyage Travel TV 26 февраля 2018 года. Немного статистики. На сегодня на канале 18 300 подписчиков и 2 408 366 просмотров. Поехали дальше. Пятое место у канала с почти десятилетней историей существования. Киевлянка Алена Хоменко, по профессии библиотекарь-библиограф. Но вот уже 15 лет она MLM-предприниматель-путешественник. Собственно, развивая направление так называемых выгодных путешествий, она регулярно снимает обзоры отелей на своем YouTube-канале. Называется он Алена Хоменко. Особенностью ее канала я бы назвал винтажность видеокартинки с технологической точки зрения. Скорее всего, Алена снимает на смартфон, без использования дополнительного микрофона. В общем, не заморачиваясь. Но все же, нужно признать, что информация подается очень позитивно, таргетированно и как-то очень легко. В современных условиях технического прогресса, конечно, нужно было бы уже приобрести для съемок что-то поприличнее, и число подписчиков, конечно, бы увеличилось. А пока это такой уровень, как бы, аматорский. Хотя, потенциал у канала, безусловно, есть. Дата регистрации канала Алена Хоменко 15 октября 2010 года. На сегодня там 15 600 подписчиков и 5 270 091 просмотр. А мы переходим к шестому месту в рейтинге русскоязычных каналов с обзорами отелей. Первое видео на этом канале появилось в мае 2018 года. Турал Джабаров в поисках заработка за границей приехал в Шарм-эль-Шейх на работу аниматором в одном из отелей. Через некоторое время к нему пришло понимание, что находясь в Египте, можно попробовать себя в обзорах отелей. Чем он и занялся? Обнаружив в себе талант блогера, он с регулярностью делает свои видео. Смотрится все интересно, информация полезная, видео качественное. В последнее время его понесло в путешествие, и канал постепенно перерастает в традиционный travel-блог. К особенностям канала я бы отнес частое повествование о инфраструктуре отелей без присутствия в кадре. И, безусловно, харизматичный восточный образ. Дата регистрации канала Турал Джабаров 6 августа 2015 года. Что же нам говорит статистика? Сейчас на нем 9100 подписчиков и 737 147 просмотров. Поехали дальше. Первое видео, посвященное обзорам отелей, на этом канале появилось в декабре 2016 года. Именно тогда фотограф из Москвы Сергей Гольдфарб зарегистрировал канал с названием Mr. All Inclusive. И вплоть до 2018 года Сергей целенаправленно снимал свои видеосюжеты с обзорами отелей, но в последнее время не часто балует свою аудиторию. Да, факт отсутствия притока подписчиков очень демотивирует, зная по своему собственному опыту. К особенностям канала отнесу следующее. Повествование ведется в стиле новостной журналистики, и это своего рода собственная фишка. Иногда это кажется чересчур наигранным. Видеосъемка ведется от второго лица, то есть присутствует еще и оператор. Кроме того, Сергей использует большой микрофон для интервью, что почему-то не всегда положительно сказывается на качестве звука. Часто наоборот. Но тематические переодевания, образ журналиста и отсутствие комплексов в общении создают картинку интересную. Будет, конечно, жаль, если Сергей остановится на достигнутом. Тем не менее, сегодня канал Mr. All Inclusive на 7-м месте в рейтинге с 4870 подписчиками. Дата регистрации канала Mr. All Inclusive 17 декабря 2016 года. Количество просмотров на сегодня 984 652. Идем дальше. На 8-м месте у нас самый старый в рейтинге по дате регистрации канал с названием Вячеслав Тес. И это май 2010 года. Хотя, по правде говоря, первое видео на нем появилось лишь только в июне 2017. Вячеслав Терещенко из Херсона стал снимать и выкладывать свои видео о отелях во время семейных путешествий. Как он говорит, для себя, для друзей и для зрителей. Чтобы нам были яркие воспоминания, а друзья и зрители могли посмотреть, где мы были, что видели и как провели время. Особенности канала. Контент снимается на качественную камеру, и это сразу бросается в глаза. Практически все видео в семейном составе, но самих видео не очень много. Думаю, если бы снимал чаще, подписок было бы гораздо больше. Ведь число просмотров приближается к 1,5 миллионам. И по этому критерию его канал на 6-м месте. Дата регистрации канала Вячеслав Тест 4 мая 2010 года. Статистика говорит о том, что на сегодня у него 4000
510 подписчиков и 1 462 277 просмотров. А на 9-м месте рейтинга директор туристического агентства из Бишкека, Киргизия, Валерия Боброва, со своим каналом «Боброва Валерия. Чемоданное настроение». Особенности канала. Безусловно, это информативность. Ведь Валерия не понаслышке знает, что именно интересует потенциальных туристов. Все показывает подробно, но как-то уж очень спокойно, без эмоций. Попахивает формальностью. Типа, ничего личного, просто бизнес. Сами съемки ведутся с оператором. В итоге, хоть тематических видео на канале довольно много, но просмотров чуть больше 500 000. И это самый низкий показатель во всем рейтинге. Дата регистрации канала «Боброва Валерия. Чемоданное настроение» 23 ноября 2017 года. Статистика на сегодня такова. 3810 подписчиков и 545 536 просмотров. Ну и наконец, но не в последнюю очередь, канал «Rest and Beer» by Серж Михайлов от вашего покорного слуги на 10-м месте рейтинга каналов YouTube с русскоязычными обзорами отелей. Мой канал был создан в 2015 году, и первое видео на нем из моих поездок в Египет, датируемых далеким 2011 годом, когда я снимал все это просто для семейного архива, в то время даже не догадываясь о существовании YouTube. Канал я посвятил двум направлениям – отдыху и пиву, rest and beer. И именно в этих двух направлениях я его развиваю. Отдых, в моем понимании, это путешествие и все, что с ними связано, поэтому пристальное внимание я уделяю обзорам отелей, в которых мы с семьей останавливаемся. Мои обзоры очень подробные. Я стараюсь снимать каждый день пребывания, но это не просто блог, а именно целевая информация о всех особенностях того или иного места, инфраструктуры вокруг и сервиса. Многие из моих подписчиков мне пишут о том, что, просмотрев все серии сезона, посвященные той или иной поездке, уже виртуально побывали в отеле, и это мотивирует. Снимаю все для вас, читаю все отклики, отвечаю на все вопросы и комментарии. На сегодняшний день в плейлисте с обзорами отелей около 70 видео. Также есть плейлист с путешествиями по безвизу. А для тех, кто интересуется темой пива, на канале вы найдете более 220 видеодегустаций с рассказами о пивоварнях со всего мира. А также множество видеорепортажей с пивоварен, пивных фестивалей, презентаций, пабов и ресторанов, интервью с пивоварами и владельцами заведений. Жду именно тебя в числе своих подписчиков. Дата регистрации канала Rest and Beer by Серж Михайлов 4 марта 2015 года. Статистика на сегодня 3495 подписчиков и 768 172 просмотра. Как видите, сегодня на канале уже почти 800 тысяч просмотров, и я точно не остановлюсь на достигнутом. Но не переключайтесь, будет еще Джокер. И еще один канал с обзорами отелей, который не дотянул до минимальной планки, и я все же решил рассказать о его существовании, потому что видно, как старается его создатель Владимир Шемет. Канал называется Владимир Шемет Travel. В двух словах, Владимир — представитель одной из довольно крупных украинских сетей туристических агентств и снимает свои видео в промотурах. А посему самих видео много, но мнение базируется только на первом впечатлении. Но полезная информация есть. В общем, посмотрите сами, если захотите. А канал Владимир Шемет Travel становится джокером сегодняшнего рейтинга. Дата регистрации канала Владимир Шемет Travel 1 марта 2016 года. И немного статистики. На сегодня на его канале 3450 подписчиков и 589 802 просмотра. Итак, подведем итоги. Первое место — канал Travel 24. Второе место — канал Алексей Крылов. Третье место — канал Вячеслав Зобол. Четвертое место — канал Quest Voyage Travel TV. Пятое место — канал Алена Хоменко. Шестое место — канал Турал Джабаров. Седьмое место — канал Mr. All Inclusive. Восьмое место — канал Вячеслав Тесс. Девятое место — канал Боброва Валерия «Чемоданное настроение». И десятое место — канал Rest and Beer by Серж Михайлов. Джокер сегодняшнего рейтинга — канал Владимир Шемет Travel. А на этом у меня все. Не забудьте подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать интересные видео. Пишите в комментариях, понравился ли такой формат. Ставьте палец вверх или вниз, если писать для вас уже не в тренде. Будет интересно. С вами был Серж Михайлов и канал Rest and Beer. Пока-пока, друзья.